Друзья, всем привет! В этом большом контейнере находятся эустомы, которые я привезла из теплицы на дачном участке. Вот я смотрю, что они начинают засыхать, подсыхать. И вот две более-менее нормальных остались. Эти я все подрезала, они росли, но что-то их не устраивает. Сегодня я решила выкопать, посмотреть корни и пересадить их в другие контейнеры. Сначала посмотрим, какие корни у этой эустомы. Такую штучку взяла, чтобы копать удобно. Сначала выкопаю сухие. Посмотрим, что с ней. Может, их червяки едят. Это же с дачи я привезла. Хочу обновить корешки, пока не поздно. Может, что и получится. Вот такие корешки. Не очень большие, они живые. Сейчас выкопаю все корешки. И может и сухо даже. Я вроде поливаю. Вот. Значит, я ее не дополиваю, возможно. По виду все корни живые. Но нет, не все. Вот этот, возможно, что и нет. Вот три вообще хорошие корни. То есть у меня их было много, и вот столько осталось, что ли. Три, четыре и пятый. Вот эти пять заслуживают внимания. Их надо пересаживать. Вот такие корешочки. Принесла грунт. Он у меня уже был подготовленный, когда я высаживала рассаду перцев. В этот же грунт буду садить такой же. Наполняю пока частично. Я вот в этот контейнер посажу. Горшочек. А здесь можно немножко подрезать. Корешки обновить. Подрезала. Буду наполнять землей. Уберу этот большой контейнер. Вот так вот я два посадила. Самых лучших. В этот горшочек вот так. Еще одна. Она засохла, но еще живая. Так, а какую мне выбрать еще? Выберу эту с таким корешком, если видно. Вот, три. Сейчас буду добавлять грунт. Буду вот так рукой добавлять. Надо было давно это сделать. Потом покажу, чем буду поливать. Принесла такой контейнер. На дно салфеточку вот так вот, и что земля высыпается. Осталось живых немножко. Подровняю, может, пойдут и новые корешки. Эустому пересадила. Подготовила такой раствор для полива. Сюда я добавила 2 мл раствора Вива для корнеобразования. Очень хорош, по 2 мл. 2 мл фитоловина. Это препарат фунгицид от грибковых заболеваний, бактериальных заболеваний растений. И сейчас буду поливать свои эустомки. Друзья, всех благодарю за просмотр. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. До новых встреч!